Всем привет! У меня возник вопрос по поводу орхидеи. Вот этого красивого цветочка, который мне подарили на день рождения в мае 2018 года. Очень красиво он цвел, пышный был, все. И вот 2 года просидел этот цветочек, можно сказать, в спячке. Ни разу не зацвел по сегодняшний, можно сказать, день. Сегодня 3 июля 2021 года. Я не могу понять, почему и что ему мешало. В цветочном магазине покупала вот такое средство. Сказали, нужно 1 колпачок разводить на 1,5 литра воды. И подливать цветочный горшок. И вот такое еще средство я купила. Фолли. Позакоренева кормка для орхидей. Опрыскивала прикорневую систему, листочки, все. Что-то не так. Может, кто-то знает причину, можете подсказать мне, чтобы я в дальнейшем, может быть, не делала ошибок каких-то. Вот корни. Вот сам горшок. Вроде неплохой горшок выбрала. Что не так? Непонятно. У всех цветет каждый год и на год по 2 раза. А у меня вот так получилось. Жду ваших советов. Пожалуйста, поделитесь опытом. Это моя первая орхидея. Всем спасибо.